Не переходил пешеходный переход, а автомобили остановились, две полосы остановились, а третья ударила. По рассказам очевидцев, удалось восстановить картину случившегося. Романа сбил грузовой автомобиль «Фиат Дуката». Водитель скрылся. Ну, мужчина переходил на пешеходный переход, его снес газелист. Он его остановил, сбил, не сбил и уехал. Снес шесть, и все. И ничего даже не остановился, спросил. И скорую не вызвал, ничего. Блин. Прибежали, вызвали скорую, полицию. Сейчас должна подъехать скорая к нему. Сотрудники полиции объявили розыск. Владельца и водителя автомобиля сразу установили. Выяснилось, за рулем был житель Барнаула, 34-летний Алексей Хохлов. А машина оказалась служебной. Почему служебный автомобиль находился в это время на улицах города и был ли трезв водитель, не установлено. Уголовное дело еще не возбуждено. Виновник ДТП до сих пор в розыске. Пострадавший госпитализирован. Если кто-то владеет информацией о местонахождении Хохлова Алексея Юрьевича, просьба сообщить по телефону 393-555, либо в редакцию новостей. Андрей Дреер, Антон Васильев. День с толком.